Минусовая температура на улице упорно твердит нам: забудьте о лете. Но как же хочется тепла и комфорта. Для того, чтобы отлично провести выходные, не обязательно ехать к морю или океану, потому что все самые разнообразные спа-процедуры доступны в вашем городе. Может ли забота о здоровье быть расслабляющей и приятной? С уверенностью отвечаем: конечно, может. Бассейны, джакузи, финская сауна и русская банька подарят красоту, молодость, здоровье и хорошее настроение. Выбирайте, как провести свои выходные, не раздумывая, отправляйтесь в термальный комплекс вместе с друзьями или второй половиной. Поход в баню – это не просто хорошая традиция, это целая философия. Русская баня идеально подходит для гостеприимной встречи дорогих людей. Финская сауна, турецкая баня хамам, инфракрасная сауна – удовольствие для настоящих гурманов. Особенно приятно после парной окунуться в ледяную купель. Большой термальный комплекс – это возможность попасть в мир гармонии и релаксации. Программа выходного дня позволит расслабиться и отдохнуть от тяжелой трудовой недели в теплой компании друзей и родных. Приятное новшество для посетителей – сауны с использованием цвета и ароматерапии. Специалисты утверждают, что синий цвет снимает раздражение, зеленый успокаивает нервную систему, желтый поднимает настроение, а вот красный способствует увеличению активности. Идея применения в бане и сауне эфирных масел насчитывает не одно тысячелетие. Как не подышать волшебным душистым паром, поднимающимся от горячих камней? После такой баньки сон будет крепким, а аппетит хорошим. Больше всего мне нравится термальный комплекс, так как после работы можно отдохнуть, побеседовать с друзьями, встретиться. Отличная альтернатива лежанию на диване, тем более в такое холодное время года. Термальный комплекс – самое лучшее, наверное, что можно найти в качестве досуга. Для любителей более активного отдыха в комплексе представлены два глубоких бассейна, оснащенных современными системами очистки и озонирования воды. Посещение бассейна позволит укрепить мышечную систему, наладить проблемы с дыханием, снимут усталость лучше многих других видов спорта. В шезлонге возле бассейна вы сможете почувствовать себя словно на берегу райского пляжа. Здесь можно пообщаться с друзьями и выпить чашечку чая. Как известно, режим питания нарушать нельзя. В кафе-баре фитнес-клуба можно отлично перекусить после тренировки и спа-процедур. Свежевыжатые соки, коктейли и спортивное питание. Главный девиз – только полезная, здоровая и низкокалорийная еда. В динамичном ритме большого города, где человек испытывает постоянный стресс и негативные эмоции, важно уметь правильно провести свои выходные, расслабиться, отдохнуть, пообщаться с друзьями и все это с пользой для здоровья. Основная задача, которую мы ставим, это все, кто приходит отдыхать, чтобы они отдыхали на 100%. Для этого есть все необходимое, то есть тренажерный зал, различные групповые тренировки, большой термальный комплекс. Тем более, когда на улице холодно, у нас можно погреться, получить максимум удовольствия, комфорта, чтобы не было никакой депрессии в зимний период. Очистить тело и дух, восстановить силы и зарядиться энергией вас приглашает банный комплекс «Батек Wellness Тольятти». Проведите выходной с семьей и друзьями в неспешной теплой атмосфере. Телефон 931-139.